По вашим многочисленным просьбам, встречайте Metal Family кухню номер один, неудачные дубли. Поехали. О, я вижу создатели сериала. Диман обычно так делает. Обычно делает. Да ладно. По какому поводу? Да, такой... Это не типа озвучка получается? По какому поводу? Они типа на студии озвучивают, и вот неудачные дубли. Здесь он просто делает... Так нормально, можно звуки так записать. Добрый день! К наркомании. Ну, мне тяжело будет таким голосом. Я сошла с ума. Я... Правда. Не все... Добрый день! Не каждую фразу смогу сказать на такой тональности. Вообще, он такой сильный говорит, да? Такой. Да. Можете называть меня Глэм. Можете называть меня Глэм. Голубь такой. Голубь. Еще странно, пипец. Я просрала. Что просрала? В таком случае я считаю нормальным это. Ну, он просто такой, а, прям, сейчас. В таком случае, я считаю нормальным это. Это что, с бедра пошел? Все. Интрига, дама интрига. Просто вставь это в ухо и прикрой волосами. Это все один человек озвучил, да? Да нет. Просто вставь это в ухо и прикрой билайном. Надо улыбаться сейчас. Давай все-таки еще раз. Повторяй за мной. Энергия, физическая ветчина. Я думал, ты разные люди. Тот же. Прикольно. Нет, именно раздраженно. Нет, идешь. Живший с 1773 по 1829 год. 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 Я год. Все, понесло. Да, и этот идиот мой брат. Нормально? Брат, брат. Да, и этот идиот мой брат. А чё он картает-то? Ну так поторопись, я буду на связи. Я буду на связи. Я Билайн. Ты сейчас будешь рекламу Билайна? Билайн GSM. Ну так поторопись, пись-пись. Это такая юбарывается просто. Такой еще обернулся так... Пись-пись. Я буду на связи. Ням-ням-ням. Я буду на связи. Ням-ням-ням-ням. Суслик, 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 суслик. Погоди. Суслик, 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 суслик. Усни, 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 усни. Суслик, суслик, суслик. Все, все, понесло. Суслик, суслик, погоди. Суслик, суслик. Помню, ты здесь тоже было. Ну, суслик. Ну, погоди. А я вроде записывал, ну, да, полностью фразу. Твоя. Проблема лишь в том, что... По морде же получит. Да, это было... Меньше улыбаться. Тебе, бебе, бебе. В принципе, хорошо, попробуй только. Я предлагаю тебе. Бе, бе. Слушай, у меня такое ощущение, как будто реально актеры. Знаешь, неудачно дублю с актерами. Настолько привыкла. О. Так, здесь он говорит... О, здесь самое интересное начинается. А, фу, ты вынул ее изо рта. О, не смей я теперь... О, ну... Сейчас. А что вы вынули изо рта? Жвачку? Что нет? Зависит от электронного объекта. А, это же мы надували. Хороший, помнишь? Да, диктовал. Да, да, да. Так, еще раз. Папа!
Это там в классе кто-то, знаешь. Отстань. Надо реально что-нибудь за щеку подложить. Я вот эти две фразы. Отстань! Ну, я думаю, нормально здесь, да? Все? Ну, я так понимаю, что это вот первая часть, а будет вторая часть. Ну, конечно, там сериал-то, сериал-то состоит из 10 серий, там в любом случае было миллион дублей, а это получается... Подожди, это получилось с первой части, это с первой серии. Первая серия. Первая серия была про школу, когда вызвали Глэма в школу. Вторая серия была про то, как Ди подсказывал на уроке там своему однокласснику или кому-то. Это со второй? Да, по-моему, это было две серии разные, да. И вот, видимо, только первые две серии, дальше еще больше серии, такие длинные более. Думаю, еще будет больше приколюх, так что там, наверное, будет вообще целый прям сезон неудачных озвучек. В общем, пока вы ждете сезон второй Metal Family, вот вам будут разбавлять постепенно еще неудачными дублями на протяжении года. Ну, я думаю, они будут чаще выходить. Просто непонятно, когда, конечно, будет второй сезон. А я еще где-то слышала, что вообще не планируют три сезона. Я не знаю, сколько лет понадобится, чтобы все отрисовать, но мы, как настоящие ждуны, будем сидеть и ждать, и, конечно же, смотреть вместе с вами. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.